очень важно говорить на темы профилактики социальных негативных явлений. Такая традиция уже в ДГТУ системно реализуется. Мы встречаемся, во-первых, с молодыми людьми, и они нам говорят о том, что их беспокоит и какие пути решения видят они. Мы, собственно, в дальнейшем это и вносим в нашу работу. Я считаю, что это очень важно, и я рада, что в нашем вузе проводят такие мероприятия, потому что это действительно это наше будущее, наша жизнь. Впечатления с каждым разом, они все больше, все лучше. И что самое интересное, как бы ответная реакция у молодежи, они спрашивают изначально, не мы им рассказываем про их будущее, а они спрашивают, а что будет, а как вы думаете, а почему так?